Наша история начинается. Жил-был Лёня. Да не, не такой Лёня. У нас в Лёне был большой клюв. И вообще Лёня был уткой. Пушистой. С большими глазами. Толстая задница. Ну, он очень любил ходить в Макдональдс, поэтому задница толстая была. Лёня очень хорошо учился в школе. И тусовался с ребятами из Чернобыля. Раз, весело прыгает на счет. Два, ручками машем. А еще Лёня очень любил девушек. Немецких, русских, ну вообще девочек любил. И не только. Однажды Лёне подарили компакт-диск. Добрый вечер, я учитель танцев. Лёня очень радовался. Ты танцевальный стаж. Я научу вас. Пока он не вставил в диск свой маленький плеер. Приобретая кураж. Запомнили? Начали! Не услышал музыку группы «Фактор 2». Весело прыгаем. Лёня разозлился и выключил плеер. Машем мы на счёт. Три. А еще Лёня очень любил спиртные напитки. И сигареты. В свободное время Лёня очень любил слушать Беркова. Я учитель танцев. Скучную жизнь вашу я раскрашу. А нет, Диму Билана. Танцевать, верёвку, ансамбль. Однажды он пошел на его концерт, и там он познакомился с красивой девочкой. Бёдрами двигает на счёт. Раз, весело прыгает на счёт. Два, ручками машем мы на счёт. Три, а на четыре головой. Да нет, не с такой девочкой. У неё был всего один глаз. И три ноги. И очень большие губы. Ах да, и длинный хвост. И вообще это был крокодил. Жаль, конечно, что Лёня об этом не догадывался, потому что он до этого покурил шизых. Лёня набрался смелости и потащил её в кусты. Успеха вы никогда не пропускаете. Ну, то есть, это потащил в кусты. Ну, короче, вы поняли. Вот. Оттуда доносились странные звуки, долго доносились странные звуки. Вот. Все думали, что это какая-то музыка, Рамштайн или что-то такое. Но это был Лёня. Да, Лёня очень рано умер. Да то он знал, что он пушистый. Мораль. Нечем трахаться с крокодилами, а не с пидосами.